Первое отделение «Новая жизнь», а дальше мы слушаем ваше прекрасное выступление. Так. Ну что ж, сейчас следующая песня называется «Хлопок в Калифорнии». Как раз мы вчера фильм смотрели в тему фильма «Человек из Притона». Как раз описывались эти вот песчаные бури в Калифорнии, и как люди приезжали туда, работали, а потом оказывались ни с чем после всех этих песчаных событий, в общем-то. И песня о том же. О том, что как... Да, песня. В общем, поется в ней про людей, которых называли Оки. Оки – это сокращенно от оклахомец. В годы Великой депрессии многие снимались со своих насиженных мест и ехали... Да, приезжали, и там что-то не справлялись, потому что климатические условия были очень ужасные, постоянная засуха, бури вот эти песчаные, да, когда песок летит вот тебе в глаза, в нос. Да, это было. Ну, поехали, значит, «Хлопок Калифорнии». Я был еще так мал и прижимался к маминой груди. Мой папа землю рыл на нашей ферме и мечтал, что скоро мы богато будем жить. Однажды я услышал, как он маме говорил, что накопил достаточно деньжат. Он метил в Калифорнии открыткою цветной, свою мечту пытался убежать. Хлопок Калифорнии, здесь куча неудачников, мечты у них разломаны. Хлопок Калифорнии, ты разочаровал нас, но зачем? Продавали все, что было нам жито у нас, от папиной мотыги до замка. Кто-то приходил и по дешевке вещи брал, а кто-то просто говорил пока. И вот так Калифорнии на старый порт мчал, но мы недолго радовались здесь. Все, что я запомнил, это груз в глазах отца и волосы, что начали сидеть. Хлопок Калифорнии, здесь куча неудачников, мечты у них разломаны. Хлопок Калифорнии, ты разочаровал нас, но зачем? Я открою тайну. Что у вас там? Они заняты, подожди. Я вам тебе тайну 05 или 07. Тайну, тайну. Просто дальше после сна должен был священник приходить. Да, кстати. Вот. Ну. Может, ты хочешь поработать сегодня священником, поженить нас уже наконец по-человечески. О, нашелся. Пастор. Отче. Пастор.